Открытие первого в регионе исправительного центра на 120 мест – событие долгожданное. Теперь у многих осужденных в Мурманской области появится возможность отбывать наказание без изоляции от общества. Условия пребывания здесь приближены к обычной жизни. Лишь присутствие людей в форме и ряд ограничений напоминают о том, что это особенное общежитие. Не имеют права употреблять спиртные напитки, не имеют права в неустановленном распорядке дня времени покидать территорию исправительного центра. На работу с работы они убывают сами, добираются, как обычные граждане. Посещают магазины, установленные распорядком дня времени, больницы, поликлиники. То есть они ведут образ жизни так же, как и обычный гражданин. Единственное условие – ночуют здесь поднадзорно. Обитатели центра приговорены судом к принудительным работам. Есть такой вид наказания. Часть зарплаты удерживает государство, оставшиеся средства осужденные тратят на еду и личные нужды. Зарплаты небольшие, но не ниже МРОТ. Есть даже отпуск. Такая замена сроку в колонии – настоящее спасение, считает Мария Шиманаева. По образованию она архитектор и технолог хлебобулочных изделий. Некоторое время работала в Оленегорской пекарне, теперь нашлось применение и ее архитектурным компетенциям. Я имею возможность работать по своей первой специальности, что является для меня очень важным в плане своего личностного роста, личностного развития, в плане применения своих навыков управления. Исправительный центр дал Марии возможность снова общаться с друзьями и близкими, ведь телефоны и компьютеры здесь разрешены. Условия жизни тоже вполне комфортные. Комнаты на четверых, все можно оборудовать по своему вкусу, есть и кухня, и все необходимое. Сейчас в центре более сотни обитателей, работают все. Оленегорские предприниматели охотно берут их в свои коллективы. Данную практику мы начали в 2018 году. В принципе, поначалу было, знаете, скажем, небольшой страх, как принимать сотрудников с отменяющей судимостью. Но, знаете, большинство людей попадается действительно с хорошими специальностями, которые нам, скажем, востребованы на территории нашего города. Для предпринимателей трудоустройство осужденных дает ряд преференций. Кроме того, позволяет решить и кадровый вопрос. И такое сотрудничество все более востребовано. В ближайшее время работа по созданию подобных центров в Мурманской области будет продолжена. В разных городах региона появится еще около 300 рабочих мест для осужденных. Инна Морозова, Борис Савельев, ТВ-21+.